Всем добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья на Facebook. Сегодня у нашей семьи важное событие. Мы сегодня с утра ходили в школу, которая находится буквально там в 10 минутах от нашего дома ходьбы. Да? Мы, по крайней мере, быстро дошли туда и обратно. Мы хотели вызвать такси, но какой-то был коллапс. Такси вызвать было невозможно. Просто хотелось не там, не потому что далеко там или недалеко, хотелось дойти, чтобы не запылиться. Ну и потом с нами пошла прабабушка. Да, и мы хотели, чтобы она не утомилась, да. Подумали, что поедем на такси. Но в итоге пешком дошли быстро. Да, и вот я что хочу сказать, сегодня такое приятное было событие. Вы знаете, вот я не люблю длинные затянувшиеся линейки. Сегодня была такая укороченная линейка, приятная и для родителей, и для детей. Сегодня у нас жаркий день, было 34-35 градусов тени. И если бы линейка затянулась на час, я думаю, многие бы дети стали просто уже и в обморок бы даже начали падать. И вот директор школы сказал о том, что вот в своем выступлении там всех поздравил, все понятно. Вот, он сказал о том, что я хочу опровергнуть все сплетни, что после 20 сентября, там 22, как все говорят, мы продолжим обучение. Мы продолжим обучение. Вот это для меня была самая радостная фраза. И я надеюсь, что действительно у нашего правительства, у наших властей найдется мужество и мудрость, возможности и мудрость продолжать нормальную такую вот жизнь. Конечно, может быть, будут какие-то средства там защиты использоваться, там обеззараживание и прочее. Это уже третье дело, но что нас не закроют на карантин. Вот что самое главное, что все вот эти несознательные блогеры постоянно на YouTube, там я уже это не смотрю, но они себе вот набирали просмотр, зарабатывали деньги, потому что каналы на YouTube монетизированные. И многие сделали состояние на сплетнях. Поэтому, Тимофей, поздравляем с мамой от всей нашей семьи. Сегодня бабушка Люся, дедушка Коля, мои родители приезжали дежурить с маленьким Коленькой, а мы с Тимошей, Платошей и Анечкой ходили все в школу. И вот когда мы пришли, бабушка Люся приготовила праздничный торт, да? Да, накрыла настоящий праздничный стол. Мы, к сожалению, что-то были такие вот на таком каком-то состоянии, что мы спешили, еще сегодня ездили за продуктами, там закупки делали, канцтовары и прочее. И мы как-то даже не пофотографировали все это, но, тем не менее, у нас такая была утренний такой был завтрак, между обедом и завтраком нечто. Вот праздничное, торжественное. Все поздравили Тимофея. Тимофей, как твои впечатления о школе, скажи? Отличные впечатления. Отличные, да? Мы поздравляем тебя от всей нашей семьи, что ты наконец-то стал первоклассником. Надеемся, что ты не подведешь нас, будешь стараться хорошо учиться, да? Слушаться учителей, да? Да. Вот, и завтра Тимофей уже едет на первый настоящий урок. А сегодня первые уроки, да, первые уроки. А сегодня что ты делал в школе? Позавтракал в школе. После линейки детей пригласили на завтрак. Очень хорошо. Вот. Мы познакомились также с первым учителем Тимошиным. Замечательная женщина. Вот. И я надеюсь, что эти годы начальной школы, Анечка, да, которые очень важны, которые закладывают очень многое в ребенка. Да. И умение вести себя в коллективе, и какой-то общественной школьной жизни, и делать уроки, и все много-много другое, что у нас все-таки будет это в реальности, и что все получится. Латош, ну а тебя сегодня тоже перепутали, да, в школе с учеником, да? Было такое? Да, все подумали, что Платон тоже первоклассник. Хотя тебе сколько лет? 5 лет, да. Уже подумали, что ученик. Вот собираемся, если доживем, все благополучно, чтобы не зря тратил время, на следующий год, 6 лет, пойдет уже на 7-м году жизни в школу. Потому что, как корабль назовешь, так и поплывет. Мама называла Платоном, философом.
действительно за братом все схватывает на лету, разбирается во всем, учит стихи, да, потом. Да. Читать уже немножко умеешь, да? Умеешь читать немного? Конечно, он уже читает. Вот, уже читает. И вообще такой не и глупый считает. У нас. И считает. Спасибо большое. Иди. Так что, дорогие друзья, я еще хочу сказать всем, у кого есть в семье сегодня школьники, кто был сегодня в школах тоже, можешь идти. Хорошо, вот. Мы всех поздравляем с Днем Знаний, чтобы ваши ученики тоже хорошо учились. Вот, чтобы ваши дети вас радовали. Можно идти гулять. И самое главное, чтобы у нас была не онлайн пока школа, а все-таки школа была натуральная, хотя бы начальная. Потому что мы, люди, это существа можно общественные. Идти гулять, ребят. Вот, поэтому всем хорошего настроения. И от всей нашей семьи мы, вот, во-первых, гордимся, что у нас появился первоклассник. И поздравляем всех, у кого подобные события произошли. Всего вам наилучшего. Семья Тартанов. До свидания. Всем пока.